скорый поезд, сяду в длинный поезд ночью соловьиною. Далеко отсюда убегу и скроюсь, и навеки сгину я. Всем привет! Хотел показать вот такую вот коптильню. Коптильня сварена из нержавейки. Полностью из нержавейки. Имеет две сетки внутри. Такие вот. С ручками для удобства использования. Вот. Также имеет внутри поддон для сбора жира. Вот такая вот коптильня. Также по бокам имеются ручки. Сварено из нержавейки 1,2 мм, 304-я нержавейка пищевая. Вот так вот она собирается. Коптить мясо или рыбу на природе — отличный вариант. Вот такой вот коптильник. Коптильник получается вечная, так как это нержавейка вообще не подвержена коррозии, соответственно служить будет долго, пока вы ее не потеряете или кому-нибудь не подарите. Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится? Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится? Кто бы мог представить, кто бы мог подумать, что все так получится?